преступной России стало известно, чем занимается сын Тариэла Аниани. За то время, пока вор в законе Тариэл Аниани, Таро, отбывал свой почти 10-летний срок, его сын успел отучиться в Лондоне и стать успешным бизнесменом. 25-летний Буба Аниани, полное имя Ушба Буба, рос в Париже и Барселоне. Как раз в период его детства, середина 1990-2000-х, его отец жил за границей. После того, как в 2006 году семье пришлось вернуться в Москву, Таро бежал от испанских правоохранителей, обвиняющих его в отмывании средств и организации преступного сообщества. Он продолжил обучение в престижной частной школе, британской международной, British International School of Moscow. Школа рассчитана на детей иностранных или русских родителей, которые хотели, чтобы их дети обучались на английском языке по английской национальной учебной программе. Видимо, поэтому ему не составило труда впоследствии продолжить обучение в Великобритании. Высшее образование он получал в бизнес-школе Лондонского университета. CAS Business School. Трудовую деятельность начал в одном из крупнейших международных финансовых конгломератов Citigroup, работая там финансовым специалистом. А в 2017-м основал собственную компанию ООО ТД «Смолнефть», занимающаяся оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами. За первый же год компания показала неплохую выручку в 8 миллионах рублей. Из его страницы в Facebook можно также узнать, что он болеет за футбольный клуб «Барселона», а среди любимых фильмов значится отечественный сериал «Бригада». Еще один интересный момент. У Бубы Аниани есть общие друзья с сыном Шишкана Иваном Шишкановым. То ли лондонская русскоязычная диаспора их сплотила, то ли общий род деятельности их отцов. Кроме того, молодому и небедному отпрыску законника присущи и другие атрибуты золотой молодежи. Например, страсть к быстрой езде. В 2015 году это даже стало причиной крупной аварии на Новом Арбате в Москве. Мартовской ночью его роскошный Mercedes S400 на огромной скорости влетел в Volkswagen Touareg, двигавшийся в том же направлении. От удара кроссовер врезался в другие автомобили и вылетел на тротуар. Mercedes Аниани-младшего от столкновения отбросило на противоположную сторону дороги, в ограждение подземного пешеходного перехода. В результате аварии его 18-летний пассажир был доставлен в больницу с черепно-мозговой травмой и вывихом бедра. Травмы также получили двое других друзей Бубы, 19-летний Георгий Ц. и 17-летний Давид Х. За медицинской помощью также обратился и водитель Volkswagen, у которого диагностировали перелом костей носа. Как мы уже рассказывали, его старшая сестра Гван Ц. Аниани тоже училась в Лондоне, а сейчас живет в Москве и ведет роскошную жизнь, часто путешествуя по всему миру. Особое предпочтение она отдает греческим курортам Монако, а также регулярно бывая на родине отца в Грузии. Напомним, вор в законе Тариэл Аниани в настоящий момент дожидается в ФКУ СИЗО 3 УФСИН России по Оренбургской области своей депортации в Испанию, где его разыскивают еще с 2005 года. Ранее он освободился из колонии «Черный дельфин» после 9 лет и 7 месяцев заключения за похищение и вымогательство.